Приветствую, дорогие подписчики и гости канала Веселый Песель, видео и компьютерные игры. Продолжаем проходить Супер Галактику Марио 2. Как вы помните, в прошлом уровне тут появился такой почтальон, нам что-то принес. Давайте расспросим его. Эй, Марио, я решил начать доставлять почту. И мое первое письмо для тебя. Это письмо от принцессы Персик. Марио, я сейчас очень далеко. Но я в порядке, я знаю, что ты придешь спасти меня. Послесловие. Я добавила кое-что к этому письму. Надеюсь, ты найдешь это полезным. Принцесса Персик добавила, грибочек, жизнь. К этому письму. О, даже если, несмотря на то, что она похищена, она все еще заботливая. Что ж, как-нибудь подходи снова, посмотришь, может еще что-нибудь придет, какое-нибудь письмо. Вот как-то так. Зелебуба решил нас просветить и рассказать, что это большая карта мира. С помощью силы звезд, силы мы можем... с помощью силы великих звезд, да? Мы можем путешествовать на огромные расстояния через пространство и время. Теперь мы можем путешествовать в другой мир в любой момент, когда ты этого захочешь или будешь готов, капитан. Ясненько. Пройдем, пожалуй, этот уровень, который мы начинали проходить в прошлый раз, но отвлеклись на второстепенный. А теперь пройдем основной. Блок, картинки, головоломки, как-то так. Вот, собственно, видимо, это он и есть. Есть смысл собирать все монетки и все кусочки звезд. Потому что и то, и другое пригождается. Ой, улетел, ну ладно. Там были еще жизни. Но это не важно. Сейчас будет такая полоса препятствий, которую пройти не так-то легко. Я сегодня уже начинал.
Медальная кометка, весьма кстати. Ой. Все постоянно режется. Тут какая-то столярная, столярный уровень какой-то. Повсюду циркулярные пилы. Все отпиливают, все падает. Поэтому важно не мешкать тут. Чуть что, сразу все будет падать. Полетели. А эта люма продаст нам что-нибудь. Либо жизнь, либо дополнительные сердечки. За 30 кусочков. Ну давай. Жизни. Я не это хотел, ну да ладно. Похоже, сейчас будет бой с главарем. Мне бы не помешали дополнительные сердечки, если честно. Картинка как бы намекает, что это будет за главарь. Походу, это будет жучок. И так оно и есть. Даже не один, а целая парочка. Ой, меня кусанули. Один готов. А другой разозлился. Так тебе. Будешь знать, как связаться с Марио. Такая вот звездочка на сегодня. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч, продолжение следует. Не забывайте оценить новые прохождения, другие прохождения с моего канала, ссылки на которые вы видите сейчас на экране и в описании к видео. Еще раз всем пока.